Поздравляю вас с каникулами, вашими долгожданными. И хочу вас предупредить, чтобы вы всегда помнили правила дорожного движения. Мы соблюдаем правила дорожного движения. Дети из двухлетних оздоровительных лагерей, открытых на базе Одинцовского центра эстетического воспитания и 7-й гимназии, приняли участие в квесте на знание правил дорожного движения. Летом правила дорожного движения – это особенно важно детям, потому что начинаются самокаты, велосипеды. И мы в игровой форме, в форме сейчас очень популярный же формат квестов, дети обожают, детям всегда интересно. И мы в формате вот этого вот игрового квеста напоминаем им обо всех правилах, обо всех знаках, обо всех правилах поведения на дороге в летний период. Проверяли знания ребят сотрудники группы пропаганды Одинцовского отдела ГИБДД. Детям предстояло пройти 6 станций, ответить на вопросы викторины, отгадать загадки, поучаствовать в физкультурной разминке и сыграть в игру на внимание и память. А еще придумать и нарисовать новый дорожный знак и определить существующий. Вот вы сейчас их отгадывали. Что это за знаки? Это, наверное, знак, который предупреждает, что из-под колес может что-то быть. Ребенка, да, там может быть ремонт дороги. Савва – капитан команды «Светофор». Он учится в 7-й гимназии и перешел в 6-й класс. Сейчас отдыхает в лагере на базе Одинцовского центра эстетического воспитания. Признается, что правила дорожного движения соблюдает. Пример в этом ему показывают и родители. Мальчик увлекается гитарой, а также любит узнавать новую полезную информацию, в том числе касающуюся безопасности на дороге. Очень это было все организовано, и были сложные вопросы. И было интересно, и мы узнали того, что мы не знали. Все 6 команд успешно справились со всеми заданиями квеста. Теперь за безопасность этих ребят на дорогах можно быть спокойными. Такие мероприятия очень важно проводить. Во-первых, это детские лагеря, где дети на отдыхе. Напоминать о правилах дорожного движения надо обязательно. А в игровой форме, как видите, сегодня у нас такой квест по правилам дорожного движения, это всегда приятно и всегда интересно, и вы сами видите, как дети радуются, как дети отвечают, с каким задором, с какой лихвой. Им это нравится, и это здорово. Наталья Гончарова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».